Глава региона отметил, что все прошло спокойно в рамках действующего законодательства. Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани, которые пришли на выборы. Не сомневаюсь, что кубанцы определили именно тот состав депутатов, которому они будут доверять. Жители края уверены, что именно эти люди смогут представлять их интересы, принимать те законы, которые положительно скажутся на качестве жизни в регионе. Напомню, кубанцы выбрали депутатов законодательного собрания 6-го созыва. Количество мест в парламенте сократится со 100 до 70.